Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик. Вчера, к сожалению, не получилось постримить. Не было времени. В общем, сегодня, я думаю, где-то после обеда побегаем Бравл, поапаемся. Так, что у нас на русском? Опять на русском коллекционер с осколками Барда. Ну, блин. Второй раз... В принципе, дают шанс дособирать, у кого сколько там не хватает, но я думаю, у многих больше половины не хватает, особенно на русском сервере. Хотя многие достали этого героя с карт, с халявы, которая бывает. Ну а так, по коллекционеру на русском, как обычно, я показывал вчера или пару дней назад, по-моему, коллекционера с английского сервера, где просто за зеленые герои дают офигенные плюхи, как по мне, 10 камней, там сменки и прочее. Здесь, к сожалению, этого нет. Такс, собери себе сам. Не, ну что, нормально. 4 набора, это оно. Это только на русском сервере такое бывает. Так, сумочка. Старенькая, 10-я еще. На втором. Ну, такое здесь по наборам, не знаю. Печаль, как по мне. Ну, в любом случае, это печаль дешевле, нежели на английском сервере. И еще 4-й набор. А, просто вот... Супер. Супер предложение. Так. А, что у нас еще? Трейд с выгодой. Бинго. Ну, не знаю, больше ничего на русском сервере нет. Единственное, что вот такой вот коллекционер. И 4 этих. Все, поехали дальше. Вчера мы битву гильдии отбегали. Поехали на английский сервер. Стартанем на английском, глянем, что там было вчера на столках. Хватайка. Посмотрим, что у нас. Сегодня интересного будет. Итак. Flash and Lights. 23-го они уже были. Supreme, Трата, Bingo, Алхимик. Открыть сундуки. Да, тут сегодня вообще тоже печалька. Ничего, в принципе, такого интересного нету. Сейчас посмотрим по рынку. Ну, понедельник. Как обычно. Затрату за найм. За полпака. Ну вот уже полпака. Механоид, берс. Кому надо. Дособирать можно. За пак еще продают. Мага. Ну вот такое. 20 баксов. Этих еще не скидывают в цене. Но это пока временно, я думаю, через недельку они будут дешевле намного. А к следующей обнове ближе они будут вообще стоить меньше пака, ну как обычно. Так, ничего интересного нет. Погнали на самый топовый сервер на сегодня, я не знаю, для меня это самый топовый. Тайвань тоже классная, но... Здесь просто кайф играть. Так, 1 плюс 1. Ну, 11 часов, наверное, может что-то откроет. О, фонтанчик запустился, это хорошо. Так, ну огник мне не нужен, можно набрать монеток, это радует. Вот, смотрите, отлично, просто песня, ребят. Дополнительные осколки на Мэри. Что еще надо? Хоть и 2 осколка, все равно это доп. 2 монетки, 2 осколка. Возможность завтра еще пособирать. 3 дня. Я считаю, это вообще плюс. Вот почему я люблю немку. Здесь реально очень классно, часто и регулярно запускают акции. Вчера был найм. Сегодня он тоже еще 2 часа есть. Вчера довольно-таки неплохо я повытаскивал себе. Практически собрал некоторых героев. Будем продолжать это дело дальше делать. Поехали, посмотрим еще. Что у нас интересное есть? Ну вот это, конечно, супер.
крутая халява, как по мне. Так, с 1 плюс 1. Тут больше ничего, поехали рано глянем. Надо будет потом зафармить еще дополнительно. Так, трата питомцев еще 2 часа будет. Пакеты. Да, ничего такого интересного нету. Вот 120к поднял. Открылся квестик на кошмарные подземочки. Вообще супер. Так, обменку, по идее, у нас уже убрали. Да, обменки уже. Нет, ну теперь вариант просто вот добивать скины недостающие. 2 недели есть, в принципе, за 2 недели можно, думаю, это сделать. Так. Ну, на арену уже, на прочие локации, там нету смысла ходить. На командные подземелья там и прочее, потому что оттуда будут падать итемы, которые уже не нужны, по идее. А может и не будут, кстати, надо будет чекнуть, а потом они будут падать или нет. В принципе, как обычно, они все меняют, но, возможно, за год есть смысл дополнительно будет пофармить, может, на следующий год в это же время будут такие же, хотя я сомневаюсь, что мы до того времени будем играть в эту игру, какими темпами, как они все делают, ну, мало ли. В принципе, они единственное могут итемы просто поменять, не особо напрягаться. Ох, кто его знает. Короче, будет видно, посмотрим. Насчет этого посмотрим. Так, бежим на Тайвань, посмотрим, что у нас на Тайване интересного. Сейчас я квестик завершу. Это странно, без самика вообще. Вообще печально. Ну вот календари здесь тоже реально топовые. 2. Карточка. Вот что еще, вот скажите, надо для бездоната. Куча халявы везде причем. Такс. Это все хорошо. Поехали дальше. Поехали чекнем Тайвань. Буду бежать заниматься делами. Думаю, стримец попозже будет. Надо отъехать. Там. Так, что у нас на Тайване интересного есть? Вот тут, видите, тут запак механоида продают еще. Но Тайвань, по идее, сейчас самый такой, самый дорогой сервер, хоть он, в принципе, как бы самый первый по обновлению, по всему, но по некоторым акциям, да, он крутой. Вот, посмотрите, сколько мешков разных дают за трату, да, там старенькие еще мешки по 10 штук, но... Вот, тоже классная возможность получать монетки, собрать зефира. Ну, в общем, здесь вариантов много, но... Так, вот. А, это мы его сверху посмотрели. Но, к сожалению... Так, сейчас чекнем, что у нас тут еще интересного есть. Надо будет начать жесткий кач силы для битвы гильдий. Так, что у нас тут? Вот 2 карты за 10 монеток можно получить. Но здесь тоже есть свои плюсы. Скины раздают полным ходом. Тоже фонтанчик. У меня здесь монеток дофига, здесь фонтан X2, вот смотрите, 12 мы забрали. Еще 2.
не повезло сегодня так. Сегодня 10, он 20 осколков за 2 дня. Тоже, в принципе, круто. 22 даже осколка. То есть тоже есть свои плюсы в этом сервере. А монетки получить здесь, в принципе, ничего сложного себя не представляет. Ну, в общем, этот сервер классный, немка классный сервер. Есть другие, конечно, сервера, там просто меньше халявы для бездоната. И как бы, ну, многие типа, вот халява это плохо, русский хардкор. Ну, по-моему, в нынешних условиях надо выбирать сервер для бездоната, там, где ты быстрее получишь каких-то топовых героев, и хоть сможешь ими как-то играть, потому что без халявы хардкор нахрен, честно говоря, никому не нужен уже давным-давно, поэтому многие перебрались либо сюда на Тайвань, вступайте, кстати, в гильдию, либо на немочку Castle Clash Rip. Все, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока!